Всем привет! У нас сегодня опять белорусская кухня, и приготовим мы говядину в кисло-сладком соусе. Итак, поехали! Нам понадобится лук, говядина, черный хлеб, сок томатный, мед и масло растительное. Для начала мы все нарежем, и начнем мы с лука. Лук нарежем полукольцами. Затем берем шматок говядины, у нас тут примерно около килограмма, и нарезаем его брусочками. Закладываем дровишки и добываем огонь. Заряжаем наш казан и даем немножко ему прогреться. Опять же энное количество масла. После того, как масло прогрелось, добавляем говядину. И обжариваем ее немножко в золотистой корочке. До конца обжарили говядину и добавляем лук. Лук обжарился и добавляем 1 литр домашнего томатного сока. За кадром я еще добавил 1 литр воды, чистой, из колодца. А пока у нас тушится говядина, пойдем приготовим салатик. Немножко черного молотого перца, капельку бальзамического уксуса, немножко соевого соуса, сбрызнем оливковым маслом, добавим соль, и наш салатик готов. Прошло 50 минут, добавляем хлеб. Черный перец, 2 ложки меда, соль по вкусу, лимонные соки оставляем дальше тушиться. Время дегустации. Говядина у нас тушилась сейчас 20.
Какая она сочная, мягенькая. На вкус чувствуется томаты, чуть-чуть лимончика. Очень вкусно. Прям тает во рту. Пробуйте, готовьте, кушайте на природе. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии. Всем пока.